Друзья, представляете, эти утренние привычки передаются в Индии из поколения в поколение еще с древних времен. И я очень рада, что могу поделиться этим с вами. Привет, друзья! Вы знаете, когда я только переехала в Индию, для меня здесь было очень много странностей. И одна из главных странностей, которую, в принципе, я до сих пор не могу разобрать, но потихоньку, мне кажется, я начинаю понимать ее. Поэтому хочется с вами тоже поделиться. Сейчас попробую объяснить, что я имею в виду. Я думаю, что вы слышали о том, что в Индии еду едят постоянно свежей. То есть это готовится 3 раза в день. И помимо этого, многие любят что-нибудь еще делать. Например, а давайте мороженое приготовим. Или а давайте сок выжмем, давайте чипсы заготовим, давайте какое-нибудь плоду новое придумаем на десерт или попробуем сделать на десерт. Можно до бесконечности перечислять все, чем они занимаются на кухне. И так как в России я сама максимум 10 минут в день у плиты стояла, то я просто была в шоке. Как им не лень всем этим заниматься? Ладно, основные 3 блюда, завтрак, обед, ужин. Но вот эти еще в промежутках... Бось, иди сюда. Не лень миксер доставать, соковыжималку, что-то придумывать. В общем, не могла это никак понять. Но я сама не заметила, как потихоньку начала перенимать эти индийские привычки. И если некоторые из привычек не очень, мягко сказать, например, ужинать поздно, то другие привычки довольно-таки полезные, как для физического здоровья, так даже и для эмоционального. И как раз некоторыми из этих хороших привычек я хотела поделиться с вами. Ну что, 3 привычки или 3 секрета, которые лично я переняла у своей индийской свекрови. Хотя, конечно, это вовсе и не секреты, потому что я знаю, многие индийцы точно так же начинают свое утро. Эти секреты не только наполняют наше тело здоровьем, но и способствуют укреплению здоровья в долгосрочной перспективе. И если вы тоже, как и я, ищете естественные способы укрепить свое здоровье, то оставайтесь со мной и узнаете, что я делаю каждое утро. И первая привычка – это сразу после пробуждения пить 2 стакана горячей воды. И если про воду я и в России слышала, то 2-й секрет был для меня в новинку. Хотя начинается он еще вечером. Делаю все точь-в-точь, как научила меня свекровь. Вечером перед сном я замачиваю по несколько штук орехов, таких как миндаль и фисташки. Сюда же добавляю 2 финика и несколько штук изюма. А утром, пока моя вода греется, я чищу орехи, выкладываю все это в блендер, добавляю несколько горошков перца, немного воды и делаю из этого пасту. Но и это еще не все. Мама Аюша, правда, делала это в маленькой специальной сковороде, но у меня только такая есть, поэтому в такой готовлю. Кстати, называется это блюдо бадам чхока. Это очень вкусно и полезно. Повышает иммунитет, чтобы реже болеть. Мы когда переехали, я была уверена, что не смогу ее готовить по утрам, так как утром и так много других дел. Но оказывается, это не трудно и очень быстро. Ну а в те дни, когда у меня рано начинаются уроки, я пользуюсь другим секретом здорового утра. Это несколько также замоченных на ночь орехов миндаля. Утром я их чищу, и мы также съедаем его на голодный желудок, как и чхоку. Этот супер простой шаг помогает улучшить пищеварение и дает заряд витаминов и минералов. Еще один секрет – это черный нут. Это небольшие, но невероятно питательные бобовые, полные белка, клетчатки и важных витаминов, таких как витамин В6, железо, магний, кальций и фолиевая кислота. Его я тоже замачиваю на ночь. Если не говорить о том, что это ускоряет процесс приготовления, то замачивание
также улучшает усвояемость, позволяя организму легче переваривать и усваивать все питательные вещества. Готовить его проще простого. Подогреваю немного специй в горчичном масле, добавляю нут и воду, закрываю крышку и иду пить свою горячую воду. Разок еще схожу помешать, если нужно, добавлю воду, а всего готовится этот нут не больше 10 минут. Черный нут улучшает пищеварение, плюс это, конечно же, белок, а также нут помогает контролировать уровень сахара в крови и заряжает энергией для активного начала дня. Так что я пойду перекушу, подзаряжусь и побегу гулять с собакой. Иногда вместе с нутом я готовлю и основной завтрак, но чаще всего жду, когда проснется Аюш, и вместе решаем, что будем есть на завтрак. Так что представляете, как бывает? Сперва казалось так странным, я ни за что не могла бы поверить, что я буду делать так же, как индийские женщины это делают. А на самом деле это не так уж и сложно. И лично мне эти привычки помогли чувствовать себя хорошо, даже когда мы в поездке или в гостях у кого-то. Знаете, то чувство, когда ты не дома, организм немного в шоке, вся рутина нарушается. А если сохранять вот эти хотя бы некоторые самые простые утренние рутины, то организм успокаивается и уже меньше проблем ощущает. Пойдем. Кстати, эти рутины и то, что мы едим перед завтраком, немного отличаются летом и зимой. В зависимости от задачи, нужно согреть организм или наоборот охладить. Если интересно узнать различия, то напишите в комментариях. Ну а пока, так как и в России уже похолодало, и у нас уже холодает, поэтому предлагаю посмотреть вам вот это видео. It's okay. I showed it. Там вы найдете, чем можно согреться. Уверена, вам будет вкусно.